Я не знаю, как сделать так, чтобы тебе начала безостановочно падать экзотика, но я точно знаю, как помочь тебе выбить эксклюзивный лут с налетов. Привет, Страж, ты на канале Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и сегодня я гарантирую тебе выпадение крутого дробовика, а то их так мало. Замысел покорителя разума. Напомню, что он является эксклюзивной наградой за прохождение налета Полое Логово. Итак, мы облегчим себе жизнь с помощью правильного подбора модов на карточке и своевременного вайпа. Вообще, тем, кто в первой части играл, схема как на фарме Omnigul с Solar модом и Golden Gun'ом, когда мы все пытались выбить гадрольную Граспов Малок. Кто, как говорится, знает, тот поймет. Но сейчас не об этом, это так, лирика. Ставим на карточке модификатор на солнечный ожог и увеличенный урон с тяжелого оружия. За увеличенный множитель можно не запариваться, ставьте минимум. В команде берем трех охотников с новой ультой, шквал клинков и мощная Solar Heavy. Лучше ракетницы, они нам нужны будут для вайпа. Но если есть 1000 голосов, отлично. В чем тактон? Убивайте босса как обычно и затем вайпайтесь. Вернее, как показано на видео, два игрока вайпаются сразу же, а последний вайпается в тот момент, когда появляется сундук. Тем самым сундук выплевывает лут, но поскольку команда вся полегла, босс-файт начинается сначала. Однако, как только вы снова заспаунитесь, вы сможете подобрать выпавший лут в месте появления босса. Среди токенов, ресурсов и синьки как раз может оказаться с большой долей вероятности заветный дробовик. Притом как обычный, так и абсолют. Можете выбить несколько и оставить тот, что больше понравится по перкам. Вот собственно и все. Не знаю, будет ли работать этот способ на других сумеречных налетах, вполне вероятно, что да. Но также вполне вероятно, что эту лавочку прикроют чуть ли не с ресетом или в конце этого месяца, например. Так что успеваем, дробовик годный, выглядит безумно круто с этими рунами улья на стволе, вы посмотрите. А на этом, собственно, все. Спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Счастливо!